Итак, всем привет, с вами Доберман. Сегодня у нас игра Dogfight 1942. Это самолетики, симулятор самолетиков. То есть сегодня мы будем проходить эту игру. Точнее даже, ну как, часть кампании попробуем пройти. Так. Так, я понимаю, это в годы войны все происходит. Итак, ждем загрузки. И вот, нам предлагают меню из компании, список лидеров, выгружаем контент и справка и параметры. Настройки, ну, здесь главное меню нету, они появляются при запуске игры, то есть вылетает окошко такое, там выбираете себе размер экрана и управление, то есть там можно подсоединить пульт от Xbox 360, либо управлять клавиатурой и мышкой. Итак, я думаю, нашу компанию один игрок. Так, вот будет об... Так, хотите пропустить обучающее задание? Нет, не хочу. Так, какой-то самолетик. Сменить самолет нельзя. А настроить можно? Камуфляж. Оп. Тип носа. О, такой мне нравится. Такой дерзкий. Так, что такое нарисовано-то? Какая-то блоха, что ли, не знаю. Не знаю, что такое. О, такой вот. Тип борта. Так. Выберем какую-то картиночку. Жалко, что нельзя приблизить. Будет такой вот. Так, камуфляж. Камуфляж нельзя менять. Так, назад. Очки награды. Сложность средняя, высокая. Пусть будет средняя. Так, начать. Попробуем. Я ни разу не играл в самолетики, поэтому сейчас буду пробовать и на них играть, учиться. Так что может выглядеть смешно, но все же я играю первый раз. Так, графика, хочу сказать, неплохая. Так, мы оказываемся на аэродроме. Взлетаем. И вылетаем в вышку. Это было смешно. Так, к началу задания. Буква R. Продолжить. Пробуем заново. Так. Для разгона после этого потяните мышку вверх для взлета. Ура, я взлетел. Ой-о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 й, какое-то управление это вообще жестокое. Не любой справится. Ой, ё-моё-то, а. Так. Что, пулеметы, уже ракеты, думаю, будут. Ой-о-о. Так, что-то уничтожить, я так понимаю, надо вот эти квадратики, ромбики. Нажмите, чтобы выстрелить, блин. Ну, у них хотя бы выровняться, что ли. Давай. Ой, как же это тяжело. Для перехода в режим аса какой-то. Я не знаю, что это такое. Режим аса. Буду так кругами летать. Какие-то здесь очень резкие движения вот в этой игре. Самолеты очень быстро летают. И движения очень резкие. Вот видите? Резко все происходит так вот. Потом перед глазами все мелькает, блин. Хрен поймешь, куда что делать. Стрелять.
Это, я так думаю, здесь ни одно задание не пройду. Нифига себе, да я еще попадаю. Так, перегрев. О, даже перегрев есть. Недооценивал я эту игру. Ну, давай, осталось чуть-чуть, добей его. Ну, ты. О, да, я его сбил. Так. Кто следующий? Если попадаю, да? О, минус 2. Для смены чего отмечена цель, нажмите Е. Решил посмотреть на выбранную цель. Так, ну нажал и чё? А! Ё-моё. Да куда ты все летишь, что ты балбес? Во, за каждый побежденный самолетик вам начисляются очки. Вот. В левом верхнем углу видите циферки и звездочки. Это все начисление очков. Блин, ну жалко, ракет нету. Дай мне какую-то херню, блин. Я хочу сразу на какой-нибудь истребитель погонять. Ё-моё. О, я попал. Так, осталось 4 самолета, да, я так понимаю, или нет? Попади в него. Так, он не стреляет. Пулеметы перегрелись. Ой. Осталось 2 самолета. Ага, попал. И последний. Нет? А, все, задачу выполнила. Но задача приземлиться на аэродроме. Ой. Это будет сложно для кратковременного мощного ускорения. Черешня, могли что сказать? Сейчас движок еще, блин, перегреется, блин, взорвется к всем чертям. Приземляется, народ. Ща.
Приземлился. Я думаю, их это устроит.